Я увидела очень мокрого щенка с железной конструкцией на шее, который сидел на берегу и не мог отдышаться. Знаете, порой очень хочется, чтобы кто-нибудь изобрел тестер на человечность. И чтобы каждый год люди подтверждали свое право называться человеком, а те, кто не дотягивают, отправлялись бы в отдельные поселения, где проходили принудительную педагогическую коррекцию, периодически воспитывая друг друга. На прошлой неделе латвийка Адра Петрошкини из города Преной возвращалась домой около 11 часов утра. Улица шла вдоль реки, поэтому женщина ехала неспешно. Вдруг у обочины она увидела мокрого и печального пса, к шее которого был привязан металлический якорь из нескольких частей. Этот малыш действительно победил саму смерть. Женщина забрала собаку себе в машину и отвезла домой. Она обратилась к ветеринару, который установил, что пес к счастью сильно не пострадал. К делу подключилась полиция, стали искать виновного. Хозяин пострадавшей собаки был найден, однако он отрицает.